Они все понимают, при этом строят, что ничего им не светит. И поэтому они решили отстаивать свою честь до конца. Пока порядок не наведут, как говорил наш глубоко уважаемый президент, в судебной системе у нас так и будет. С этого надо начинать, с порядка в судебной системе. Нечего указывать им, нечего на них давить. Суд независим, вот когда будет независимый. А это пример просто. На все беззакония они реагируют мужественно, с пониманием ситуации. Они ожидали такого результата. Этот результат был ясен задолго еще до выступления премьер-министра Путина. А уж после этого и вообще никаких иллюзий не оставалось.